Что случилось, дорогой? Случилось? Еще ничего не случилось. Но может случиться. Этот галстук, этот... Он завязывается где угодно. На дверной ручке, на спинке кровати, на бюсте Наполеона, где угодно. Только не на моей шее. Предупреждаю, пока галстук не завяжется на моей шее, мы в гости не пойдем. Еще ничего не случилось. Пока ничего не случилось, но всякое разное страшное может случиться. И думать об этом, и помнить об этом. Пора научиться, давно нам пора научиться. Казалось бы, галстук. Подумаешь, галстук. Деталь, пустяковина, глупая мелочь. Но я испугался, да так испугался, да так побледнел, будто весь перемазался мелом. Земля накренилась. Она покачнулась. И птицы, летать перестали. И стали равнины кривыми местами. Стали кривыми местами. И тигры с павлинами все поменялись хвостами. Все поменялись хвостами. И вылезли рыбы на сушу. И ноги себе отрастили. И тоже за новые ноги кусать их поводья и змеи. И пчелы запели. И в эту же осень вдруг млечных путей стало 7 или 8. И млечных путей стало 7 или 8. И круглое все тоже стало в 3 раза круглее.